Друзья, всем привет! Пару слов о магнитах. Значит, ну вот, допустим, боковая крышка с магнитами от мультипликаторной катушки Дайва в данном случае не имеет значения, что за катушка, но вы можете прочитать. Но суть вот в чем. Все видели эти магнитные кольца дайвовские, да? Вот видите, внешнее кольцо и внутреннее кольцо. На маркер пока не смотрите, это я нарисовал для вас. Значит, размеры этих колец бывают разные. Вот в данном случае чуть поменьше кольца, бывают и побольше. Но многие не понимают, как устроены эти кольца. Многие думают, что это один магнит, а это второй. Нет, ребята, на самом деле это не так. И вот я вам сейчас покажу. Я специально нарисовал маркером вот эти черные метки. Сейчас магниты установлены. Переключатель установлен в максимальное положение на 10. Именно в этом положении магниты самые мощные. Почему? Потому что, смотрите, сейчас совпадает, значит, совпадают полярности магнитов, как внутреннего, так и внешнего кольца. Точнее, даже они не совпадают, а они противоположны. То есть, если во внешнем кольце здесь находится север, то здесь юг. И они, соответственно, себя друг к дружке притягивают. То есть, если бы мы сейчас отпустили вот этот винт, освободили всю систему, то она бы именно в этом положении бы и остановилась. Если бы мы переключили, предположим, в минимум, выключили тормоза, да, видите, что они разъехались, вот кольца крутятся, если кто не знает. Если бы мы установили в максимум и отпустили всю систему, то кольца сами себя позиционировали бы таким вот образом, чтобы стали в максимальное положение, соответственно, север к югу. Ну, тот случай, когда они друг к другу притягиваются, как обычные магнитики, притягиваются разными полюсами. Так вот, сейчас я вам покажу, чтобы вы понимали, что вот это кольцо магнитное одно состоит из нескольких магнитов. У меня есть магнит. И я проверяю, вот смотрите. Я пытаюсь его установить вот на черную точку. Он устанавливается. Попробую поставить здесь. Как бы я ни старался, он убегает. Он сюда хочет встать. Здесь я никак его не могу поставить. Он убегает. Соответственно, тут тоже между черными метками не могу поставить его. Он, видите, он убегает. Убегает сюда. И убегает сюда. Видите? О. Когда я его отпускаю, вот пытаюсь здесь поставить. Не хочет. А давайте попробуем теперь развернуть другой полярности. Пробую поставить на черную, он не хочет, он встает между ними. Пробую поставить на черную, никак, между ними встает. Пробую поставить на черную метку, он между ними. Между ними. То есть вы поняли, да, что это полярности. Север, юг, север, юг, север, юг. В данном случае раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть магнитов вот на этих кольцах. Шесть, соответственно, на внешнем кольце и шесть, соответственно, на внутреннем. Это то же самое, друзья, что, допустим, вот это. Раз, два, три, четыре, пять и раз, два, три, четыре, пять. Вот считайте, что это внешнее кольцо, а это внутреннее. И магниты у них чередуются. Вот если я проверяю их вот другим магнитиком, сюда приклеивается, сюда отталкивается, не хочет.
сюда приклеивается, отсюда не хочет, сюда примагничивается, видите? Соответственно, и здесь сюда примагничивается, к этому не хочет никак. Сюда примагничивается, к этому не хочет. Точно так же устроено и в Хайбо-Райс. Вот магнитики стоят. И они чередуются полярностью. Север-юг, север-юг. Север-юг, север-юг. Для некоторых ребят, которые там пытаются мне что-то доказывать на русфишинге, еще раз повторяю, вот эти колодки, это то же самое, что вот эти кольца, только выполнены по-другому. Здесь кольцо выполнено одно снаружи, одно внутри, а здесь выполнены кольца оба снаружи. Вот одно кольцо, вот второе кольцо. Кроме всего прочего, эти колодки еще и могут двигаться. Я уже это показывал. Показываю еще раз. Вот если взять, примагнитить магнитиком, отверткой точнее, то видно, что колодка перемещается внутрь. Да, нужно определенное усилие, чтобы переместиться. Когда индуктор будет вращаться внутри, колодка сдвинется. Чтобы вы понимали, о каком индукторе я говорю, я сейчас вам покажу. Возьмем, например, индуктор катушки Дайва. Вот. Неважно. Это не хайбо катушка. Но индуктор входит внутрь. Видите? Дайвовский индуктор входит сюда. Без проблем. Вот. Индуктор хайбо Арайс. Вот он входит туда внутрь и вращается там. И колодки выполняют функцию вот этих колец. Но фокус в том, что эти кольца только лишь изменяют магнитное усилие благодаря своему повороту. Здесь изменение магнитного усилия происходит за счет перемещения колодки глубже или мельче, соответственно. Но помимо того, что у Дайвы колодки магнит стоит на месте, лишь меняется его усилие, а подвижный индуктор, выдвигаясь, заходит в магниты глубже или мельче, происходит, соответственно, динамическое торможение в процессе полета приманки. У Arise индуктор имеет возможность настройки за счет его переключения. Это предварительная настройка. Но в динамике этот индуктор никуда не движется. Индуктор стоит на месте. Однако в динамике движутся колодки за счет своих пружинок. При резком броске колодки немножко вот так подходят внутрь. Соответственно, это сюда, а это сюда. Тем самым они, магниты, приближаются ближе к шпуле. Это то же самое, что шпуля бы приближалась к магнитам. Не имеет абсолютно никакого значения для работы системы, будет индуктор выдвигаться к магнитам или магниты будут приближаться к индуктору. Главная цель – это в динамике обеспечить кратковременно увеличение магнитного поля, увеличение магнитной силы, а потом отпустить. Потом колодки отпускаются, и магнит остается как линейная система. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел показать. Спасибо за внимание.